Какие лавочки и качели установить, как облагородить территорию, чтобы угодить всем, и взрослым, и детям. С жителями домов на улице Московской в Подрезково обсудили проект будущего облика двора. С инициативой благоустроить двор выступили сами жители. Теперь нужно решить, каким он будет. Самое важное для нас – это получить инициативу от жителей, чтобы понять в дальнейшем, будет ли удобна эта детская площадка или этот тренажер на данном месте, мы проводим такие встречи, в рамках которых нам жители сами говорят, что они хотят видеть в том или ином виде. Жители выступили с рядом предложений по обновлению придомовой территории, среди которых замена части элементов во дворе и создание детской зоны отдыха. Тренажеры, на которых могут заниматься и подростки, да и даже маленькие, и пенсионеры. Второе. Мы запланировали и хотели бы для маленьких малышей под деревьями устроить круговую дорожку для катания на роликах, на самокатиках. А рядом около бойлерной скамеечки поставить. Мне бы хотелось, чтобы там были лазалки канатные. Они сейчас более безопасны и мягкие. И еще один нюанс – мало качелей. Все пожелания будут учтены. Следующая встреча с жителями пройдет в сентябре для утверждения итогового проекта. Все инициативы размещены на сайте «Хиж онлайн». В первую очередь будут реализованы те, которые наберут большинство голосов.